Дорогие друзья, всем привет, канал Нового Лада Тольятти, меня зовут Денис, сегодня покажу две машины, которые поступили к нам в продажу. В короткое видео я сегодня уже закидывал одну машинку, можете посмотреть, это Лада Веста в кузове СВ на вариаторе, комплектация комфорт. Теперь сниму видео, полноценное большое видео по этим автомобилям и еще один автомобиль покажу, поэтому говорю по этим автомобилям. Диски 16 дюймовые, винтеровские, стандартная шина, Матадор Хектора 3, 195, 55, R16. Здесь дополнительно установили противотуманные фары, это допом. Значит, кузов СВ, универсал, цвет платина серебристый, сзади у нас датчик парковки, тонировка задней полусферы сделана, ветровички оригинальные, 4 стеклоподъемника, электроприют и обогрев наружных зеркал. Вариатор, двигатель 1.6, 113 лошадиных сил, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, штатная аудиосистема, две передние подушки безопасности, подогрев передних сидений, кстати, идет трехуровневый. На комфорте, на вариаторе именно идет трехуровневый, потому что на механике, на ручке идет только одноуровневый, здесь трехуровневый уже. 1 480 000 стоимость этого автомобиля. Он в наличии. Если кому интересно такой автомобиль, пожалуйста, можете забронировать. Так, и второй автомобиль давайте я вам покажу. Это у нас седан на вариаторе также, цвет фантом. Но комплектация винтер, она побогаче комплектация, и стоимость автомобиля такая же, 1 480 000. Цвет фантом наш на полных дисках, 15-дюймовых. Здесь противотуманные фары завода. Ветровики, тонировка, накладки на порогах. 4 стеклоподъемника, электропривод, также и обогрев наружных зеркал. Здесь, в принципе, все как в комфорте, только можете вот обратить внимание, получается, обогрев лобового стекла присутствует у автомобиля. Круиз-контроль, обогрев руля, мультимедиа, Enjoy, две передние подушки безопасности, кондиционер, ESP. Подогрев также трехуровневый идет, вариатор. Двигатель, естественно, такой же, 1.6, 113 лошадиных сил. Сзади датчик парковки. И камера заднего вида. Видите, комплектация побогаче. И стоимость, кстати, такая же. 1 480 000, уже включая все эти дополнительные оборудования, которые есть на автомобиле. Стоимость одинаковая. То есть ничего доплачивать больше не нужно. Так что вот так, друзья. Вот такие два автомобиля выгрузились на вариаторе. Решил снять видео, потому что на вариаторе очень много спрашивают автомобили на самом деле. Вот. Пожалуйста, и цвета хорошие. Тот вообще серебристый металлик, платина. Этот фантом, редкий достаточно цвет. Так что все, друзья, кому интересно, группа ВК, смотрите ассортимент автомобилей там. В Инстаграме также все работаем, выкладываем. Поэтому, дорогие друзья, подписываемся, заказываем новые автомобили, кому интересно. До новых встреч, удачи вам всем, пока.